Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы готовим очень вкусный, яркий, ароматный московский борщ. Для этого нам понадобится мясо. Здесь у меня говядина и кости, грудинка. Сырокопченый бекон. Варено-копченая грудинка, свиная. Еще у меня здесь есть две копченые куриные ножки. Также понадобится капуста, лук, чеснок, лавровый лист, морковка, картофель, свекла, зелень, помидоры, белый корень пастернак, уксус по желанию, томатная паста, перец черный горошком, соль, перец молотый, сахар и растительное масло. Борщ будет очень вкусный. Попробуйте, не пожалеете. Для начала все сырое мясо сразу же отправляю в кастрюлю вариться до полной готовности. Мясо сварилось, я его вынул остывать. И перед этим я еще закинул туда копченые ножки. Теперь я их вынимаю, они уже тоже сварились. И вынимаю тут кости, которые я оставлял немного дольше, чтобы они поварились, чтобы хорошо выварились. Теперь пускай это все остывает. А сюда я сразу отправляю пастернак. Морковку я тоже сюда отправляю. И начинаем делать зажарку. Разогреваем сковородку. Добавляем растительное масло. И отправляем сюда лук. Лук жарим до золотистого цвета. Лук поджарился. Отправляем сюда свеклу. И добавляем бульон. Чтобы она цвет не теряла, можно добавить немного уксуса. Свекла протушилась. Добавляем сюда томатную пасту. Томатную пасту смотрите по кислоте. Если кислая, то много не надо. Если не кислая, то можно больше добавить. Это все надо пробовать. И тушим так еще с томатной пастой. Добавляем сюда сахар. Зажарка еще немного протушилась. Я ее выключаю. Отправляем сюда картошку. И варим минут 10. Картошка поварилась минут 10. Отправляем сюда помидоры свежие. Зелень, капусту и лавровый лист. Варим еще минут 10. Отправляем сюда перец горошком и чеснок. Я его просто подавил и порезал ножом. Отправляем сюда мясо. Я его все обобрал от костей. И зажарку. Ну и теперь варим до готовности капусты. Кто-то любит капусту, чтобы она хрустела. Значит, немножко поварить, попробовать. Если она на грани готовности, то уже все, выключаем. А если кто любит такую, чтобы капуста была прям разварена хорошо, значит, варим полностью до готовности капусты, потому что все остальное здесь уже готово. Минут за 5 до готовности добавляем сюда сырокопченый бекон. Я его уже порезал тонкими ломтиками. Он сейчас разойдется и придаст очень вкусный аромат борщу. По желанию перчим.
Борщ полностью готов. Я его выключаю. Аромат очень вкусный. Ну что, друзья, пробуем очень вкусный московский борщ. Сразу предупреждаю знатоков одного единственного борща в мире, что этот борщ из кулинарии 1955 года. И он там не единственный, естественно. Так что борщей в мире очень много существует. Ну и по традиции хочу всем пожелать добра и мира вашему дому. Чистого неба, безоблачного. Счастья и здоровья, ребята, всем. Всем, всем, всем. Ну, пробуем борщ. Ну что, борщ, как всегда, очень вкусный. Немного он отличается от классического борща за счет того, что здесь присутствуют такие тонкие ноты копчености. Они здесь тоже хорошо сочетаются, в общем, со всей этой композицией. Они не вредят борщу. Получается все очень вкусно, ароматно. Отличный борщик получается. Я даже за сметану забыл. Сметана такая густая. Пока разойдется. Ой, какой запах. Вот большинство супов с копченостями очень хорошо идут. Вот большинство. Вот сколько не пробуешь, солянки всякие, всякие другие супы гороховые. Там, где какие-то копчености присутствуют, там хороший, уникальный такой привкус появляется. И вот в борще он тоже очень прекрасно со всем сочетается. Очень мне нравится. Ну, повторяем. За вас, друзья. Счастья всем. Ну что хочу сказать, очень вкусный борщ, стоит такой попробовать, я буду тоже такой себе часто делать, потому что борщ получился вкусный, наваристый, вот эта тонкая нотка копчености в нем, вот даже его сейчас поймаю, бекон сырокопченый, все здесь хорошо. Вместо бекона можно взять любые копчености. Свиные ребрышки копченые добавить. Будет прекрасный борщ. Пробуйте. Я думаю, вам понравится. Удачи всем.